Привет, мои хорошие! Сегодня 9 мая. Тем, кто увидел мой ролик по телевизору, мне так приятно. И вообще, я очень рада, что у меня много новых подписчиков. Очень рада, что вы меня смотрите. Спасибо большое, мои хорошие! Рассказывала уже неоднократно, что я занимаюсь волонтерством. И числа 6-го случайно встретила бабушку. И хочу ее поздравить сегодня с днем рождения. У нее сегодня день рождения. Я ей звонила узнать ей, какие продукты. Она говорит, ой, мне тут много надо, у меня 9-го день рождения. Сегодня меня позвали поучаствовать в полку бессмертном авто. Ну, чтобы сказали, чтобы все в масках были и из машин не выходить. И вот поеду поздравлять эту бабушку. Вот так, пожелайте мне удачи. Спасибо большое, что подписываетесь. Хочу, кстати, подарки разыграть. Пазлы. Как вам? Может, как раз это и сделать сегодня? У меня есть пазлы. Тем, кто с Питера подписался и вдруг выиграет, им будет приятно. Потому что пазл там спас на крови. И еще красивые пазлы. Ну, в общем, пожелайте мне удачи. А я пока до полка поеду. Сейчас в штаб заеду. И, может быть, там что-то возьму заявочку на день. Я в прошлом видео рассказывала, что я делаю как минимум хотя бы одну заявку. Ну и вот, когда настали майские праздники, что вы думаете? Оля стала делать по 6 заявок. Реально, целый день занимается. Этот человек этим занимается, я про себя, который не очень любит в магазины ходить. И тут он по 6 раз в день ходит. Активисты продолжают принимать заявки на продукты или лекарства для пожилых людей. Только в Москве работают 4 колл-центра. Ко Дню Победы многие ветераны получат от волонтеров письма-треугольники с благодарностью. Купить продукты, принести лекарства. Заявки от пенсионеров почти круглосуточно принимают 4 колл-центра. К ставшему уже традиционным набору акции «Мы вместе» сегодня добавили возможность волонтерам поздравить ветеранов с наступающим праздником. Теплые пожелания в письмах Победы пишут сами добровольцы. У человека будет день рождения, хочется больше теплых слов пожелать, чтобы не только продукты были, а вот действительно она села, прочитала и не чувствовала себя одинокой в день рождения. И просто вот в такой великий праздник 9 мая. Тем более человек очень пожилой и будет 82 года. Сложно? Это безумно приятно. Я не знаю, я чувствую, я не зря встаю с утра. На обороте открытки с трепетом, выводя каждую букву, пишут слова благодарности и пожелания здоровья. А еще поздравить ветеранов теперь можно по телефону. Разные возрасты и возможности, но одна цель. Ежедневно ряды волонтеров по всей стране пополняют все новые лица. Только в московском штабе зарегистрировано 18 тысяч добровольцев. Утром инструктаж и разнарядка по адресам. Ребята, мы, в общем, с Катей, с подписчицей моей, подъехали поздравлять бабушку. Купили цветов, сейчас купим в магазине подарки и поедем поздравлять. Сегодня 9 мая, у нее день рождения. Ребят, мы приехали к бабушке поздравить ее с днем рождения. Купили цветы и подарки. Гоу! Здравствуйте! Здравствуйте! Это вам! Ой, давай! С днем рождения! Вы читали открыточку? Да, спасибо большое. Ой, спасибо. Здравствуйте. Спасибо вам большое. С днем рождения вас. А это ерунда. Пусть будет для вас этот аучик. Талисман. Ой, спасибо большое. Ну, здоровья, радость, счастье, удача, женского счастья. Ой, спасибо. А на каком номере у вас там еще подписала, еще открыточку от себя подписала. Спасибо большое. Спасибо. Дай Бог, чтобы людей по жизни встречали, как вы. Спасибо большое. А вам здоровья, долгих лет жизни и всего самого лучшего. Я не знала, что вы будете. Я бы вам что-нибудь... Да не, спасибо. С днем рождения вас. Да, спасибо, рождения. Да, 82 года. Самое главное, здоровье. Вы глубоко еще хорошо выглядите. Поздравляю вас. Все, всего доброго. Спасибо. Огромное спасибо. Это вам спасибо. Мне очень приятно. Это вам спасибо. Ребят, мы поздравили бабушку. Она в ответ подарок подарила. Ангелочка и цветочки. Это так мило.
Целый день провели с Катей, с Софией, дочкой. Мои подписчики, очень приятно. Спасибо за подарки. Хотите, скажите всем привет? Всем привет, всех с праздником, с великой победой. Пока. День прошел на позитиве. Спасибо вам большое, девочки. Вы лучшие. Спасибо. Сейчас мы не обнимаемся, да? Да. Пойдем селфи сделаем с тобой. Ребят, сегодня мы поздравили бабушку с днем рождения, 9 мая. Она мне подарила подарочек. Очень приятно. Это так неожиданно. И цветы. А цветы я передарила другому ветерану. Ну, я сфотографировала их на память. Но в этом ничего такого нету. И ветерану было очень приятно. А это девочка своими руками сделала. Подписчица моя. Так приятно, София. Очень приятно. Спасибо тебе большое. Катя, спасибо тебе большое. Помогали мне. Сегодня продукты развозили вместе. Очень приятно. Спасибо, девочки. Спасибо тем, кто поучаствовал в подарке. Бабушки купили цветы, подарки, конфеты, чай, крем. Отвезли. Она подумала, это организация. Я потом сказала, позвонила, что нет, мы от себя сами. Но она была в полном восторге. Вообще, просто не передать словами. Спасибо, ребят, кто участвовал. Материально, морально поддержали. Спасибо большое.